Одесса продолжает бороться со снегом, вот только вывозят его не за пределы города. Коммунальщики превратили самую большую площадь в центре Одессы в огромную снежную свалку, свозя туда снег с центральных улиц города. О снежном завале на Куликовом поле расскажет Ольга Голодова. Вот так сегодня выглядит одна из самых больших исторических площадей нашего города. Куликово поле превратилось в огромную свалку снега. Одесситы жалуются, что Куликово поле превратили в свалку. Раньше куда-то за город, лесопосадки куда-то вывозили, но не сюда вот то, что превратили здесь. Ни людям не пройти, вон детям поиграться негде. Я считаю, за город должны были вывозить. Даже погулять негде. Это все нормально, не пройти ничего. Пару дней назад была дорога, теперь они все Куликовое поле засыпали. Жители города считают, что центр города не место для свалки. Снег необходимо вывозить на специальные территории. Как вы думаете, куда его должны вывозить? Наверное, на мусорку, на городскую. Ну, где-то на поля для урошения, пусть бы пригодился этот снег. Ну, здесь, конечно, это ужасно. Мы увидели, просто ужаснулись. Шо? Невозможно пройти. И вот так проходим как-то, держимся друг за другом. На свалку, на поля, на поля. Ходить здесь практически невозможно, надо быть крайне осторожным. Кто-то даже свое личное средство передвижения несет в руках, а кто-то, пытаясь пробраться к железнодорожному вокзалу, несет на себе чемодан с вещами. Здесь не скоро получится просто прогуляться. Чтобы преодолеть такие сугробы, нужна хорошая физическая подготовка. Одесситы постарше с трудом преодолевают препятствия. Некоторым и вовсе сложно удержаться на ногах. Но есть одесситы, которые шутят на эту тему. При этом отмечают истинные причины вывоза снега. Переходить очень тяжело, но в принципе для чисто физической подготовки власти, поскольку не могут строить спортивные комплексы, ну, насыпали нам горки. Ну, понятно, что им хочется смыть вообще Куликово поле из памяти людей. Я думаю, чтобы венки сюда не ложились с цветами. Можно было хотя бы проход сделать для людей. Конечно, неправильно, что, а представлять начнет это все таять, и грязь, и сколько все будет. Здесь можно попрыгать, спуститься с горки, спрятаться за снежным завалом. Рады таким сугробам дети. И некоторые одесситы видят в этом плюс. Если смотреть со стороны только своей точки зрения, в том смысле, что это плохо, это да. А если экономить деньги бюджетные, то это, в принципе, выход. Наверное, теперь главный вопрос. Во что превратится самая большая площадь Одессы, когда снег начнет таять? Ольга Голодова, Сергей Чумаков, 7 канал.